День учителей и наставников. Один из самых теплых, трогательных праздников. Это знаменательная дата для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника подрастающего поколения. И в этот день мы спешим отдать дань уважения тем, кто дарит тепло своего сердца и ведет по ступеням к вершине знаний. Тем, перед кем хочется смиренно преклонить колени. Надо отметить, что в этом году праздник отмечался с большим размахом. В парке культуры и отдыха имени Альшера Наваи на протяжении целого дня проходили народные гуляния. Под девизом «Наставник, уважаемый великий учитель» свои произведения на выставках демонстрировали художники и ремесленники. Своими выступлениями радовали творческие коллективы. В честь Дня учителей и наставников в Самарканде прошло торжественное мероприятие. В амфитеатре Муджиза собрались преподаватели общеобразовательных школ, средних, специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений, представители широкой общественности. Учителей поздравил хоким Самаркандской области Эркинджон Турдымов. Он зачитал поздравления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Глава области, цитируя слова руководителя страны, отметил: «Современный учитель должен быть универсальным специалистом. Не только учить, но и одновременно учиться сам. То есть постоянно работать над собой, повышать свои знания. Самое главное – он должен быть настоящим патриотом. Сегодня все наши практические дела и устремления направлены на то, чтобы профессия учителя стала в Узбекистане самой престижной и почитаемой. На достижение этой благородной цели наше государство и общество направит все необходимые средства и ресурсы», зачитал поздравления хоким области. Указом президента за многолетний плодотворный труд и большие заслуги в развитии системы образования в нашей стране, успешной реализации реформ в данной сфере, обучение молодежи основам наук и современным профессиям, группе учителей присвоены почетные звания. Среди награждаемых 9 самаркандцев. Мы готовим кадры по техническому обслуживанию автомобилей, по техническому обслуживанию сервисных машин. Я очень воодушевлен сегодняшним праздником. Меня наградили орденом трудовой славы. Очень приятно. Большое спасибо президенту, что в последнее время в нашем Узбекистане реформам образования, повышение качества специалистов об авторитете Узбекистана на мировой арене оказывается большое внимание. За большие заслуги в сфере образования, почетных дипломов и памятных подарков от хокима области Эркинджона Турдымова удостоился ряд учителей. Сегодня меня наградили орденом Дуслик. Я очень рада. Благодарна президенту за такое высокое доверие мне оказанное. Оправдать это доверие и работать еще лучше. Сегодня меня ждем хайджалы дакикалар. Мене кюпилик михнатларымны инобатке олген холатты. Михнат шухрат ордены блен тақтырлагалар учун. Президентимыз Шавкат Мирзиёев Мирзиёевке чуқур миннатдорчилигимни билдираман. Бундан кейин ишимге мен янада самаралоқ ишлашга ва ўқувчи ёшларни тарбияси, тарбия беришда уларни республикамиз равнақи учун, уларни касб-ҳунарга йўллашга ўзимни ҳиссамни янада кўпроқ қўшишга сўз бераман. Все постановки, выступления творческих коллективов, стихи поэтов и песни были посвящены любимым учителям. Праздник продолжился выступлениями известных мастеров узбекской эстрады. Логическим завершением празднества стал яркий фейерверк.